Ребята, приветствую. Это снова Леха и Федор. Привет. Канал Спинфидер ТВ. Сегодня у нас пробный выезд на реку Вятку с мотором. Первый раз выезжаем вообще. То есть так в черте города тихонечко покататься решили. Ну и порыбачить, соответственно. Это значит у нас остров Симоновский или полуостров, хрен его знает. Вот для начала планируем сплавиться вот вдоль тех кустов. И дальше туда уже уходим на глубину. Сейчас тут причалили. Соберем снасти и поплывем. Ну и естественно все покажем. Головлиная классика. Лаки крафт клач. Опа! Туда вот его. Под кустики. Ну-ка, где головлики? Глубоко. Глубоко? Нет. Метр максимум. Куда-то. Можно даже было. Можно было удочку взять. Да, удочку. Удочку взять. Есть бревна, нет? Пока ничего не знаю. Ставишь какую-нибудь? Крупный лоб. Ну что, решили немножко сплавиться вдоль берега, пока тут такие места головлиные, а мы у Федора тяжелый спиннинг, ему надо глубины, он пока готовится, а я так на легенький спиннинг пытаюсь головлей вымучить, но что-то пока тут удивительно ничего не клюет, как будто их тут нет, хотя может крэнк не подходящий, на головлей особо ничего не взял, так что, а что, блядь, чему тут, не могу лишь, ветер дует прямо на меня, все. Так вот. Хотел справляться. Ну попробовать как-то. Что? Тут глубина-то такая, как бы. Вот так вот, оп, туда вот. Ближе к кустам, но. Просто больше нечего. Какая-то серьезная моща такая. Сука, она должна тут быть, так что пробуй. Будет ли у нас носить на таком печенье? Новинка в моем арсенале Smith Day Insight 53. Это его копию от Косадаку Гравити скушал зверя. Попробуем как Smith. Ох, посмотри, как он падает. Как космосе, смотри. О. Он ему напротив течения его только. Да, вот тут и кидай его. Крутяк вообще, да. Да. Да тут, сука же, меня сейчас его сожрет. Ой. Шлеп. Нет. Ножки купаются, надо. Я его по тяжечку не так. Что-то. О. Что там? Я думал, ты уже поволок. Смотри, почему ты не веришь в свою удачу. Блин, Смит, как он играет, господи боже мой. Ребята, это просто вообще. Я в экстазе. Летит неплохо, как блесна. Если еще что-нибудь на него удастся поймать, я буду очень рад. Самая лучшая еда на сплаве это чай. Вареные яйца и бутерброды. Всегда, ребята, когда сплавляетесь, да вообще в лодке. Нормально же, до вечера на бутерах можно прожить. Вот. Стоим мы тут на якоре пока. Перекусываем, сейчас поплывем уже на более крутые места. Хотя тут головли должны быть, но пока пусто. Пробуем. На что-то? Дебовики на головлях. У меня есть комбат кранк, только АМРК. Вот он идет 1,5 метра. Нормально будет. Ладно, что, сейчас подберем что-нибудь, проводку. На кранке, по-моему, еще рано. Может быть. Awesome. Ребята, первый. Кто это, Жерех, что? Вроде нормально. Evergreen комбат кранк мини МР.
Что, она сейчас отцепится? А, нет. Ну-ка, Федор, на-ка, дай-ка попробую липом ее взять. Подожди, не торопись, никуда она не... Да, клячь, отсойдет, так и хрен с ним. А, на, а, бери ее. Этим. Да, он, на, можешь ее взять, на, липом попробуй. Мы так тренируемся сегодня. Да, она почти отпала. Да пофиг. Она рот закрыла. Федор осваивает лип-грип. Давай, давай, открыла. Засовывай куда, за нижнюю часть. Еще разок. Тренируйся. О, ну. Лип-грип-то, конечно, ни хрена не подходит. Здоровый? Да. Давай, давай, пробуй. Взял? Угу. Защелкивай. Ну что? А, ребята, наконец-то. Так, покажу, держи. Это значит у нас Evergreen Combat Crank Mini MR. Видите, лопата? Я по дну стукал, и, сука, не выдержала. Угу. Даже болезонка она проигнорировала. Но он не стукал по дну. А может быть, он его приманил. Так, ну что, сплавная рыбалка дает результат. Первый шнурочек. Цепляй. Полкилошечный. Есть так, у тебя чем? Держишь? Сейчас, если, да, не, у меня есть, есть. Лип-грип-то вот для чего, чтобы... Так ты отпусти и леску-то. Сейчас, погоди, у меня адреналин бьет. Я не соображаю ничего. Так, Федор, значит, держит лип-грипом, а я сейчас отцеплю. Так. Ну все, кранки, значит, работают. Эти-ти-ти-ти. Так, с этой стороны. Классно. Я давно этого ждал. Наконец-то. Нахрен. Так. Все. Вот так вот. Ну что, с почином? Угу. Ну-ка. Ну такая, шнурочек. На-ка, подержи ее. Ну что, первому шнурку дарим солоду. Федор, давай, отпускай его. Оп. О-о-о. Ну что, чувствуете? Что он не переворачивается, так и плывет. Ему на время. Ну, а чухается, да? Ну. Тайся нифига. Не чухается, так и плывет. Сейчас доплыви до него и дотронься до него рукой. Вижу пока как бы все. О, вон, вон, вон. Отливает, отливает. Вон он, видишь? Такой плавник, как здесь. Все, нормально. Ну что? Фу, адреналинчик немножко поработал у меня. Классно, конечно. Значит, на кранке клюет. Ну, а, вот, ребята, сработал такой кран. Evergreen Combat Crank Mini MR. В наших обзорах мы показывали, как бы, покупки эти. И все. Первый воблер разловлен шнурком. Продолжим. Продолжаем рыбалку. Решил я еще немножко на этот кранк половить. Хочется поймать ежа или головля на него. Ну, что-нибудь поймать. Вот я поставлю ежевого кранка. Что за кранк? Вот. Угу. Нормальный ежь должен быть. Вот он по дну стукает, комбат кранк. Тунг-тунг-тунг. Тут где-то сантиметров 80. Мне кажется, за метр. Метр не больше. Метр где-то, да? Ну, побольше, метр 20, может. Где? Да. Ну, сейчас ты штуку, блин, а мне куда? Ты ближе к берегу, Федор, бросай. Очередная заводинка здесь небольшая. Мель у нас тут кругом, пока вот глубину там, не нашли. Там всплеск. Вот плавающая асура. Ну, что-то должно быть. Я вижу место пойти. Только с ветром. О, вот так вот. И вот так вот. Тинь-тинь. Шнурье тут должно быть. И на асуру, но плавающую она должно клевать. Она даже до дна дошла. Представляешь? Какая там мель. Ну, шнурья-то здесь должно быть. Ладно, дальше поплывем сейчас. Мест мы пока не знаем, чисто тренировка, но уже как бы мне понравилось наш такой сплав, так скажем. Вон туда, смотри, Федор, прямо вон туда кувшинки.
Оп. Четко. Ну давай. Вылетай и хавай. Наконец-то мы нашли первое более-менее глубокое место на этой речке. Будем пробовать тут ловить на суспендеры. Утечка все равно большая. Даже может на кранке на глубинное. Да. Каскабель отставь, захальначивай. Ну так подплывем, да, отцепимся. Мне кажется, там вот дальше уже, ну, поглубже все идет. Тут просто так. А? Переклеснулся. Угу. Сейчас что, попробуем. Место нормальное. Давай, лови, лови. Встали на якорь. Рыбачим на такие глубинные воблеры. Будем пробовать понтун 21 хаос. Версия ДР Гип Раннер. Опа! Вот так вот, видишь, я закинул на берегу. И на равномерке. Хотя можно и подвесить его. Гип Раннер, значит, говоришь. Да. Став давай руду, да и не придуривайся. Я тут поставлю этого. Хотя. Я хочу ежа поймать, но он не хочет клевать. Что будешь ставить сюда? Ежа, ежа. Витя, Витя. Кричат какие-то птицы. Что это такое? Максхват? Максхват? Магсхват. Опа-на! Наконец-то я кинул хорошо. Самое глубокое место, да? Ну да. Что, нас несет, по-моему, не? Ребята, лето, это вообще кайф. Вот тут течения вообще нет, вот это мне нравится. Видишь, его вообще нет. И вон там дальше его тоже нет. Я так поснимаю. Народу, конечно, до хрена. Вот там уже новый мост справа, справа по борту. А? Так там город, там старый мост, вот видишь, справа, где лес кончается, по тому берегу. Дальше уже новый мост видишь. А? Краткая сводка новостей, пока полный ноль у нас. Новые места. Оторвал я воблер один, понтун 21 хаос. Гиповый, который мне очень нравился. Первый хотя как сразу же. Тащи. Да, и только на полигон будет. Вот я про это же и думаю. Что про Рената? 9, наверное. 9? Нормально. Какая цена? Блядь, что-то вжарило. Да? Ну, так ту. Ну, не трава, как бы такой ударчик. Бэнк. Вот тут кидай. Тут как бы так вообще течения нет. Нет. Да, поклевочка. Бэнк. Давай, давай, покажи. Так, ну что, ребята, Федор открылся по щуке. Тоже опять самодельный болизонг.
Есть шнурочек уже маленький. Что у него с глазом-то? То ли я ему расфигачил. Я, наверное, расфигачил. Тройником, что ли? А, он так процарапал ее. Ну вот, нашли как бы такое затишье и сразу же результат. А до этого плавали, там течение чудовищное было. Вот, так что. По рыбе 1-1. Да, блин. Там все равно уже без глаза. А где ты его? Там из кустов? Да, там. Бализонг в красном цвете. Круто. Работа очень хватит в красном цвете. Да. Я знал. Опиши, Федор, проводку, какую ты использовал. Он в траву. Короче, уперся, я дернул, он вылез из травы. Нали, гриб-то возьми. И он, да, я так достану. Так. И он, короче, по нему ударил. Только он с травы вылез, да, и сразу же поклевка, да? Он, ну, резко ускорился, короче. Угу. Все. Ну вот, видишь, как бы видно, что щучье место, и сразу же результат. Да. На реке там, на течении сложновато пока еще для нас, потому что мы нубасы. Так что продолжим. Время вечереет, хотели уже домой ехать, но теперь задержимся, да, Федор? Вечерняя вятка прекрасна, ее воды полны благодати, которая Федор ловит на бализонг. В принципе, сейчас вечерний судак вышел, я думаю, Федор сейчас сможет ли его на бализонг свой в ярко-красном цвете поймать, да, Федор? Ты же его удачно покрасил. А теперь удачно его разлавливаю судаком. Тут все щуку да щуку. Тут судак-то же есть. Он сейчас жрет. Плещется он. По крайней мере, там он плескался. Там город Киров. А времени сейчас... Так, времени вообще сколько? Времени сейчас 21:55. 10 часов. В принципе, это, наверное, уже и ночь. Темнее не будет. Ну, будет, но совсем чуть-чуть. Не взяли мы только с собой чайник, это меня очень печалит. Я бы хотел сейчас чайку разогреть где-нибудь. Все, ладно, такой мини-репортаж, тут, наверное, не видно уж ни хрена в темноте. Все равно красиво и умиротворенно. Вот такие места мне нравятся. Такие как бы забовнички. Да, Федор, забовнички. Или ты любишь на течении, на котором мы сегодня якорь чуть не потеряли. Тебе понравилось там рыбачить, я знаю.